вами канал Автрейн, и сегодня я еду в город Борисов. С Москвы, получается, у нас 4-й вагон. Место 15-е. Класс обслуживания у нас 3-й Б. Так, это получается у нас 1-й вагон. Бежим 4-й, 2-й вагон. Так, это у нас какой вагон? 3-й. Так, место. Уважаемые пассажиры, продолжается посадка на фирменный поезд номер 55. Москва, Гомель, поезд находится на втором пути. Нумерация вагонов начинается с головы поезда, вагона номер 19-20. Сообщением, Москва, Смоленск, находится в хвосте состава. Спасибо за внимание. Здравствуйте. Спасибо, можно заходить? Спасибо. Так, вагончик у нас построен 2013 года. Что тут у нас? Купе проводника. Уважаемые пассажиры, мы приветствуем вас на борту фирменного поезда СОЖ номер 55. Поезд следует по маршруту Москва-Гомель. Желаем вам счастливого пути. Справочная информация. Туалеты находятся в левом конце вагона. В нашем поезде присутствует вагон-ресторан, который находится между вагоном номер 3 и 4. Счастливого пути! Так, вот у нас 15 место наше. Получается 15-15. Все. В принципе, пока что можно заселяться. Сейчас посмотрим, сходим в туалет. Вот такие вот у нас купе. Ой, это не купе, а плацкарт. Вот такие вот у нас комнатки. Так, что у нас? Ручки, туалет свободный. Тут у нас два туалета. Тут у нас такой. Здравствуйте, я начальник поезда. Скажите, пожалуйста, все вам нравится в обслуживании нашего состава? Да. Спасибо за отзыв. Так, тут у нас стекло, бумага, пластик, мусорка. Стекло, бумага и... Так, пойдем к себе. Света нет. Получается, уже ночка настала. Хорошо-то, что у нас подсвечиваются номера Б. А то пришли вы куда-нибудь на это. Так, мне надо, получается, ходить в вагон-ресторан. Сейчас сходим. Кушать хочется. Что? Эй. А, ой, он в другой стране. О, вот, ресторан.
Здравствуйте. Можно мне, пожалуйста, свиной стейк? Все, спасибо. Ну, что? Ждем. А, кстати, у нас поезд 55. Фанту. И, наверное, сейчас пойдем в свой вагончик. Все, спасибо. Идем. В принципе, все. Что у нас тут? Это у нас тут заказы забирают, но нам тут не нет. Хорошо. Пойдем сейчас в свой вагон, в принципе. Ты чё будем делать-то? Так, всё, надо бежать уже в свой купе. Потому что уже... Так, потом так, сейчас надо, наверное, завтрак занесу. Так, а что у нас там на второй? А, в принципе, зачем это находится так? Пока что никого не... Хотя, на кроватке свою пью. Уважаемые пассажиры, через полчаса мы прибываем. О, всё. Ждем прибытия. Так, ну полчаса, пока что можно. Чё у нас? Тут. Чё поделать? Доброе утро. Так, давай выкупаться. Так, он у нас построен 1989 года. О, он уже такой старенький. Камера, я буду заходить. А, это у нас тоже. Туалет. О, вообще новейший вагон. Вообще новый. Вау. Он у нас тоже был с картой. Тут такие красивые номера. Так, туалет свободен. Ну, мусорка. Пойдем обратно. Скоро мы сейчас будем останавливаться, потому что уже
пассажиры, мы прибыли. Все, мы прибыли. Как раз я в своем купе. Точнее, не купе, а плацкарте. Так, все, надо бежать. Все, бегу. Мы прибежали. Так, все, спускаемся. Все, спасибо, до свидания. Пойдем посмотрим весь вагон. Так. Вот у нас тут. Вон. О, а там РЖД, окраски. Уважаемые пассажиры, фирменный поезд номер 55, Москва, Гомель, прибыл на первый путь. Нумерация вагонов начинается с головы поезда, вагона номер 19. 20. Сообщением. Москва, Смоленск. Находится в хвосте состава. Спасибо за внимание. Смоленск. Да, Смоленск. Москва, Смоленск. Так, идем дальше. А, ну у нас тут последний вагончик. Не, ну поезд вообще классный, очень красивый. Тут у нас 8 мест. А, это люкс. Это люкс, да, потому что стекла тонированы, и мест всего лишь 8. Так. Ну что, будем прощаться. Всем пока. С вами был канал Love. Уважаемые зрители нашего канала, мы благодарим вас за просмотр. Ставьте лайки и пишите комментарии. Нам будет очень приятно. Спасибо за внимание.